Ну что, захотел я, короче, посмотреть, ну так, может выбрать что-нибудь там, что еще не смотрел из фильмов Кевина Смита. И, ну, гуглю я, да, появляются, как всегда, фильмы. Ну, Бивень я не смотрел, но я решил, ну, типа, чекнуть, да. Тыкаю по Бивню. Я уже нажал, сейчас я еще раз нажму, стойте. Вот, допустим, Догма, да, и Бивень. Вылазит Туск вместо Бивень. И как бы какие-то, блядь, новости. Дональд Туск. Так далее. Заходим в картинки. Ну, может быть, может реально фильм это Туск, да? И там в картинках, блядь, ну, фильм будет. Нет, блядь, какой-то политик, у которого, блядь, не... наверное, фамилия Туск. Туск Дота. Да даже и близко нет фильма Туск. Тогда какого хуя, когда я нажимаю на фильм Бивень, появляется не оригинальное название на английском, не Бивень, блядь, а Туск. Это, блядь, заговор Габена или что?